Нижегородская область ставит рекорды. Впервые в истории современной России региональная инициатива привела к внесению изменений в федеральный закон уже через несколько месяцев после его вступления в силу. Нижегородской области удалось добиться внесения изменений в федеральный закон о гособоронзаказе. Об этом сообщили на заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Новый закон существенно изменил правила финансирования, взаимодействия с подрядчиками, управления счетами, что могло серьезно осложнить работу. По словам промышленников, вмешательство Валерия Шанцева позволило предотвратить серьезные сбои в работе предприятий Нижегородской оборонки, которые могли произойти из-за несовершенства федерального законодательства. Мы разработали все меры, которые необходимо внедрить и внести изменения в существующий закон. Губернатор, он всегда активно поддерживает такие вещи, значит, подписал обращение к президенту. Сначала наши позиции критиковали, в том числе и Министерство обороны. Министр обороны Шойгу звонил губернатору, значит, пытался ему объяснить, что все хорошо с гособоронзаказом. Но, тем не менее, потом многие структуры, Государственная Дума включилась, Комитет по обороне Государственной Думы. Нам все говорили, Министерство обороны, Минпромторг, они нам говорили, что мы можем изменить закон только по результатам его действия в течение года. И не было случая, чтобы было изменение раньше. Нам удалось справиться с этой задачей. Правда? Надо отдать должное, что инициативы правительства Нижегородской области, лично губернатора Валерия Павловича Шанцева, они способствуют тому, что появляются новые заказы у тех же предприятий. И это очень важно. Мы понимаем, что сегодня получить портфель заказов – это не так просто. Мы знаем, что сегодня и завод «Красная Сорма» получает заказы. Так сказать, вот совсем недавно, да, новые сведения – это завод «Сокол» по самолету Ил-114, поэтому это здорово. Мы рады, что нас не забывают, и ждем то, что будут получены новые заказы, и, соответственно, то есть наше предприятие будет в дальнейшем развиваться. Темпы должны быть гораздо выше, и в том числе и по нашей стратегии развития до 2020 года. Для этого нужно и новые предприятия строить, новые производительные силы развивать. Я сейчас дал указание формировать индустриальные парки, где бы можно было без больших энергозатрат, организационных, материальных усилий сразу начинать какое-то производство, обеспеченное всеми видами ресурсов.